зараз матимемо розмову поговорити з нашими німецькими друзями. Громадянин Німеччини у нас на зв'язку пан Роман Марковський. Пане Романе, я вас вітаю. Дякую, але я не громадянин Німеччини, я громадянин України. Я мешкаю на Німеччині. Вибачте. Ви звините, мені легше розмовляти на русскому. З самого рождения ми говорили на русском. І я дуже хорошо помню, коли я був ребенком, Но я помню, как отмечали 300 лет воссоединения Украины с Россией. Когда это были одни люди, одна страна. И просто не укладывается в голове то, что творится сейчас. Просто-напросто нельзя понять. Либо это один человек такое творит. Я не поверю, что вся Россия восстала против Украины. Пане Романе, вибачте, я додам від себе, що 300 років тому не було ніякого воз'єднання, а ще 300 років тому була агресія Росії проти України. Ну, а щодо громадян Росії, які у щось там не вірять, то було б дуже добре почути їх думку не на кухні десь або в соціальних навіть мережах, а чітко їхню думку. Но я помню эти значки 300 лет воссоединения Украины с Россией. Просто-напросто весь Советский Союз отмечал это. Но дело не в этом, я не о том говорю. Я говорю о том, что столько лет пробыли вместе, и вот сейчас пришел кто-то и разрушил все, всю жизнь. Я не представляю себе, как можно сейчас спокойно говорить об этом, как можно вообще... Война на Україні, на рідній Україні, війна викладається в голові. А скажіть... Всі мої друзі, знайомі, просто-напросто в шокі від того, що твориться. І коли неділю назад, півтори неділі назад говорили о том, що таке може случиться, ні, заявив Путін, ми с добром идем. Мы будем делать только добро. И где же это добро? Как комментируют в Німеччині засоби массовой информации и державні органи влади збройну агресію Росії проти України? Одно можно сказать. Вы правильно сказали, что говорить о том, что было, это уже не имеет никакого смысла. Все средства массовой информации, все абсолютно поддерживают Украину. И то, что говорили неделю назад, уже все это в прошлом. Сейчас только говорят о том, что же будет. А как все, кто здесь живет, мои знакомые, которые имеют гражданство не Германии, они все просто, сказать в шоке, это значит ничего не сказать. Все мы все поражены тем, что сотворилось. И неизвестно, что будет завтра. Вы только что сказали о том, что пришли, и тут они и останутся, и где-то говорят, это все так. Ну хорошо, это завтра. А что же будет послезавтра? Ведь Украина, она, конечно, слабее огромнейшей России. И наш старший брат пришел к нам не с добром, как это видно. С добром так не приходят. Я просто немножко, я даже не знаю, что можно сказать. А скажіть, ви знаєте, що сказати? Я ні. Я знаю, що сказати, але нам вас хочеться почути. Скажіть, будь ласка, кілька днів тому, ще після того, як Путін визнав недореспубліки ЛНР, так звані, і ДНР, Німеччина, і це було викликало подив у фахової спільноти, у експертної спільноти в Україні, тут же зупинила сертифікацію «Північного потоку 2». Ми знаємо, що якось до останнього в Німеччині займалися цим проєктом. Як в Німеччині поставились до того, що російський газ буде обмежено? Не відбудеться цього проєкту. Буде цей проєкт або не буде, це трудно зараз щось сказати. Тому що всі средства масової інформації, всі, кто говорит и выступает по этим средствам из руководства Германии, все обескуражены этим. И, как говорят,
просто сегодня в ступоре. Никто не мог предвидеть такое нападение. Ведь это же просто нападение. И просто сейчас обсуждается везде, на любом уровне, что же будет дальше. И если говорили когда-то, что Советский Союз идет с добром, то сейчас Россия же, она же выглядит как агрессор. Не то, что выглядит, а действует как агрессор. Я не знаю. Просто не могу сказать. У нас даже вот в доме мы с женой ссоримся из-за этого. Все вокруг только этим и живут. И что самое неприятное, да, здесь хорошо, тихо и спокойно, но с другой стороны, что мы можем сделать? Как помочь? Мы не знаем, как помочь. Позвонить и сказать сыну: «Я тебя люблю и держись», но это же несерьезно. Да. Просто в шоке. Пане Романе, я щиро вдячний вам за слова підтримки і за те, що знайшли можливість їх висловити. Думаю, ми з вами матимемо нагоду ще продовжити цю розмову. Дякую вам. Я буду дуже рад пообщатися. Дуже рад буду сказати те, що я думаю. Всього доброго.